25 человек погибли, еще около 20 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Бангладеш. Инцидент произошел рано утром на автомагистрали Барисал-Дака. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса. Он не справился с управлением и врезался в дерево. Есть вероятность, что он мог уснуть. В момент аварии в салоне находилось 50 человек. Между тем, аварии в стране не редкость. Причиной часто становятся плохие дороги. Ежегодно в ДТП гибнут до 4000 человек.